Сегодня мы хотим рассказать о том, как простимулировать развитие растений, которые мы выращиваем на наших подоконниках. Все дело в том, что почва в их горшках постепенно истощается и возникает дефицит питательных элементов. Исправить подобную ситуацию можно с помощью одного недорогого продукта, который присутствует на кухне практически любого дома. В нашем видео речь пойдет о лимонной кислоте и ее влиянии на комнатные цветы. Всем известно, что это средство обладает кислой средой. Это ее свойство можно использовать для нейтрализации щелочи, которая присутствует в водопроводной воде. Тем самым мы улучшим ее состав, сделав его нейтральным и более подходящим нашим растениям. Однако это не единственное преимущество лимонки. Данный продукт также обеспечивает наших зеленых друзей энергией, необходимой для их роста, повышает тургор листьев, насыщает их сочным зеленым цветом, укрепляет иммунитет, помогает быстро восстановиться от стрессов, защищает от распространения различных опасных заболеваний, возвращает здоровый вид и делает цветение пышным и продолжительным. Для приготовления действенной подкормки 1 грамм лимонной кислоты разводим в 1 литре воды комнатной температуры и используем для корневого полива или листового опрыскивания в период бутонизации наших домашних растений. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал и делитесь видео в своих соцсетях. Это очень важно для стабильных выпусков на канале. Стараемся и работаем для вас.